Караганде полицейские изъяли особо крупную партию героина. В Октябрьском районе Караганды сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов задержана 48-летняя жительница города, у которой сначала изъяли героин весом более 50 грамм. Кроме того, в ходе обыска в ее квартире обнаружили более 2 килограмм героина, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области. Женщина водворена в изолятор временного задержания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.